Так, тихо, пауза. Почему пауза? Потому что та-дан, новости в городе под названием Зимняя Щель. А если быть вкратце, то злоумышленники украли данные с жестких дисков города, на которых была запись того, что в городе творилось на протяжении 10 дней. И теперь у нас нет данных того, что в городе творилось на протяжении последних 10 дней. Вот такое происшествие. А под подозрение попали парочку автоматонов и алкаш по имени Алексей. Они украли, собственно, жесткий диск с этими данными и куда-то уехали под Пензу. Как-то вот так. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найтгвард. И, ребята, небольшой форс-мажор произошел у нас с данными, так сказать, да. У нас был до этого там 6-й день, уже, как говорится, 15-й. Но вот как-то вот так вот на все произошло. И поэтому сейчас я постараюсь вас вести в небольшой такой вот экскурс дела. Типа, что у нас сейчас происходит и так далее. Если быть вкратце, за этот сворованный, украденный у нас, честно, нашим трудом период было, значит, что мы построили как можно больше автоматонов, они заняли весь город, теперь у нас весь город в автоматонах, то есть на углях, на деревьях, на медицине, на теплице, везде все в автоматонах, все обмазались автоматонами, вот каждый просто на человека по автоматону, даже у автоматона есть свой личный автоматон, поэтому все, сука, автоматизировано так, что просто обосраться можно, и даже если обосрешься, за тебя все вытрут, потому что все автоматизировано, как говорится, все хорошо. Но после всего этого, ребята, мы, собственно, узнали информацию, что надвигается огромная буря. Но так получилось, что я успел чуть раньше сроков, так сказать, и у нас просто куча времени, у нас 12 дней до подготовки к буре, 12 дней! Там, собственно, статистика, то есть того, что нужно собрать, не такая уж и страшная, то есть построить 5 домов для наших вот этих вот 4 коллег, у нас там людей сколько там, 49 человек, это вообще мало просто, да, то есть 5 домов это херня. Распустить все экспедиции и аванпосты, ну то есть это мы потом сделаем ближе, собственно, к ситуации. Собрать уголь, 8 косарей, вот тут, конечно, проблематика, да, но я чувствую, мы сейчас займемся, так сказать, открытием паровых угольных шахт, и там как-нибудь худо-бедно автоматон что-нибудь добудут, это, в принципе, не проблема. Ну и пищевые пайки, собрать 500 единиц, у нас уже 497, как бы это вообще не проблема. То есть я, в принципе, не знаю, что в этой буре такого страшного, чего это все боятся. Может быть, я зажрался уже, черт его знает. Но у нас все, в принципе, на мази. Единственное, из такого страшного, что было из происшествия, тут у нас было восстание автоматонов. Сука, разумно эти машины решили захватить власть, тут же мрази. Короче, один автоматон, значит, сошел по улице, ну, то есть он с работы возвращался, он отработал смену свою, да, вот эти 24 часа в сутки, ну, точнее, 23 часа 59 минут, и вот этот, так сказать, свой отпуск в минуту отдыха, вот он шел домой на дозаправку, и по пути домой он очень торопился, ну, то есть он спешил, бежал, времени было в обрез, а отдыхать хотелось, и он наступил на ногу человеку. И типа все, человек-калека, его нахер раздавило, там была паника, пиздец, что происходит, давайте под суд его. А автоматон что-то начал обижаться, позвал своих собратьев, они подняли повстание, типа, давайте нам права, сука, мы работаем почти без остановки, а вы нас еще не защищаете. И тут, короче, был замес просто, не знаю, 10 на 10, страшная тема, но я все-таки все это дело урегулировал, так сказать, поэтому сейчас у нас все хорошо. На поприще сталкеров все просто нереально хорошо, потому что моих два отряда этих безумных гениев поиска ресурсов творят чудеса. У нас сейчас в городе 9 паровых ядер, и это я уже кучу построил автоматонов. Эти ребята, они там еще 6 у пацанов, еще еда, дерево, металл, они уже всю пустошь, сука, обобрали до нитки, там не осталось ничего. Если хоть, не знаю, вот хоть кто-то после нас перейдет, так сказать, из выживших и будет искать ресурсы, они не найдут ничего, вообще ничего, потому что эти ребята собрали все. А, и тут, кстати, к нам какой-то парень идет. Да, вот это вот сейчас очень странно и очень важно. Я отправил, так сказать, в поддержку к нему свой отряд, один из сталкеров, чтобы они его спасли. Наш маньяк заметил какого-то пацана приближающегося, то есть просто какой-то парень один идет к нам в город. Кто он такой, пока не ясно, но будем разбираться. Фух.
Выдохнули, ручки потерли. Вот теперь мы можем это начинать. Задача у нас, в принципе, одна. Вот это вот все дело собрать, бурю пережить. И, ну, в принципе, на этом все. Что еще можно сказать? А, я открыл, собственно говоря, кабаки. Открыл, собственно говоря, кабак, открыл паб, бойцовскую арену. То есть мы тут все бухаем, жрем, деремся. Все хорошо, то есть что нам, в принципе, еще нужно, да? То есть вообще все, все просто идеально. Вот теперь можно начинать. Так, что у нас здесь происходит? Да ничего не происходит, вот тут мы ждем парня, тут мы собираем последнюю базу. Здесь я все собрал, вот просто, вот тут они бегали как бешеные, я не знаю. Такое чувство, что какой-то допинг у ребят есть, я... Может, они сами добровольно в эту пустошь ходят, может, они находят там замерзшую коноплю или что-нибудь типа такого. Недовольство падает очень сильно, потому что 42 живущих живут рядышком с бойцовской ареной и пабом. Все-таки, знаете ли, паб и бойцовская арена, ребята, творят чудеса. Так, добыча... Кстати, а что у нас по статистике добычи угля? Книга законов. Видишь, что-нибудь интересное? Самогон! Ох ты ж, ёб твою... Это тихо, давайте почитаем. Так, мы можем иногда наливать людям горячительного, чтобы унять их телесную душевную боль. Что ж, блядь. После введения этого закона, это понятно, каждая выдача еды будет немножечко снижать недовольство. Поедание супа будет вызывать меньше недовольства. Понимаете, когда суп с опилками, это как бы, ну, дайте, типа, суп с опилками, восстание, сука, против правителя, что ж у нас кормит деревом. А как суп с опилками из стакашечкой самогона, так уже все, уже хорошо, уже тепло, уже душевно согретые люди, уже правитель молодец, целуем тебя в пяточки, конечно, нужен самогон. Я не против. Люди получают каждый день немножечко спиртного, чтобы взбодриться. Ох, ух. Надеюсь, люди не слишком увлекутся выпивкой. Ну, видите, да, сразу. Вот первая заволновалась, у нас единственная женщина в городе, Марта Деврей. У нас тут 48 пацанов и одна девушка, да, причем очень молоденькая. И она, видите, начала переживать, что, ну, возможны проблемы. Так, вы можете отпустить разведчиков. А, я понял. Они привели пацана. Так, вот он. Вот он, дошел, без ресурсов, без нихрена, дополз, упал, все, погиб. Не хватило просто буквально метра пацану. Так, Нью Манчестер, крик о помощи. Сэр, в наш город только что пришел изможденный, страдающий от сильного воображения человек. Он поведал нам жуткую историю. Мужчина пришел с города неподалеку Нью Манчестера. Там живут в основном рабочие с семьями и, собственно, футбольные фанаты клубов Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Понятно. Так, их запасы на исходе и дела плохи. Ну, в принципе, не так уж и плохи. Взяли АПЛ, 100 очков, рекорд побили. Ну, нормально. Опасаясь надвигающейся бури, они отправили отряд разведчиков за помощью, и выжил лишь этот мужчина. Он умоляет помочь жителям его города. Ну, нам как бы надо информации больше. Так, новое местонахождение. 12 дней. Найти поиски. Так, пацаны, сразу ищем. Лагерь экспедиции, погнали. Конечно, найдем. Сейчас мы, у меня такие сталкеры, они найдут вообще все. Что здесь? Спасение посланника. Капитан, человек из Нью-Манчестера в очень тяжелом состоянии. Если ему не помочь прямо сейчас, он умрет. Возможно, разговор с ним единственный шанс узнать больше о городе. Так, погоди, не закрывай веки. А ну давай поговорим, блядь. Где, чё, кому помогать-то? В больнице есть место, больница работает. Чё, в больнице, все хорошо или нет? У меня там это как нормально, все. Там 5 лучших докторов, там тепло, все работает идеально. Так, чтобы спасли человека быстро. Найти, значит, город, спасти людей. Блин, а это же... С одной стороны, это бляха-муха, как бы благое дело. С другой стороны, это ведь дополнительное количество людей. Отсюда надо будет сделать больше пайков, больше угля и больше домов. Ладно. В принципе, наше производство может это вытянуть, так сказать, не напрягаясь. Тут ребята просто добывают по 20 угля в час. Это очень много. Хотя, на самом-то деле, мы в плюс все равно не уходим. Что крайне странно. Так. Помочь, но какой ценой? Сэр, некоторые из наших людей не находят себе места. Они говорят, что буря слишком близка, и мы не сможем выполнять свою миссию и помочь Нью-Манчестеру одновременно. Они понимают, что это трудное решение, но хотят знать, что для вас будет на первом месте, когда придется выбирать. Мы не можем бросить людей в беде, не будем рисковать успехом нашего дела. А в смысле? Конечно, мы не можем бросить людей в беде. Недовольство слегка выросло. Блядь, я тебе сейчас подниму свой недовольство. Ой, ну это даже не выросло, это детский садик. Вы видели, какие коварные, сука, люди пошли, типа, не помогаете им, типа?
Какие эгоисты, блядь, типа только на себя работает, оси боси, тра-ля-ля. Ну это не знаю, это как-то нечестно. Мне не нравится такой расклад. Так, мне очень нравится, что у меня уголь не уходит в плюс. А где, можно я посмотрю свою экономику? Экономикс, стоп, я забыл, где экономика? А, вот экономика. Ага. Нихера расход. Паровые центры, 4 штуки. Почти 6 сотен в сутки жрут. Ёб твою на... А, я в минуса каждый день ухожу на минус 80. Ага. Здрасте, приехали. Вот это я понимаю, серьезно, затеечка, слушайте. Так, а что у нас там стоит на открытии? У нас сейчас открывается новая, собственно говоря, четвертый уровень, я понимаю, да, это нормальная тема. Так, изучение мира, ресурсы. Паровая угольная шахта у нас открыта. Стоп! Если паровая угольная шахта открыта, это же не паровые угольные шахты, это обычные. Да. А какого хера я их открыл, но не построил? Можно вопрос технологии ресурсы? Где там ресурс? Натуре паровая угольная шахта. Раз, два, модернизацию провести. Ёб твою мать, почему главный инженер города не доложил мне, что мы открыли паровую угольную шахту и что нужно их строить? Что-то я не понял. Найдите, пожалуйста, этого Иннокентия и, не знаю, разжалуйте его, да, рядового уборщика. Как кажется, мы открыли, я даже не знал, у нас уголь уходит просто в небытие. А мы даже не знали этого. Ёб твою нахер. Так. Сейчас надо следить аккуратненько за парнем, который у нас работает наверху. Точнее, за парнями. Потому что они вот уже сейчас откроют верхнюю точку. Надо быстро ее обрабатывать и домой. Так, что, все шестеренки смазаны. Да я понимаю. Новый автоматон. А, новый автоматон сделали. Кстати, у нас есть два коллеги, поэтому сейчас делать, наверное, протезики стоит парочку. А зачем я его делал? Теплица, автоматон. А, можно пустить автоматона в кухню. Давайте в кухню тоже автоматона пустим. Везде автоматонами обмажемся, хер ли нет. Все нормально будет. Все вообще будет красиво. Так, мы тут строим или нет? А мы уже построили. И какова... Ёп! Реально! Полтос в час! Две шахты по полтиннику... Вот это жестко. А, это не все ребята прибыли. Кстати, пошла заморозка уже. Охренеть, ребята, вы вообще успеете? Бляха, они вообще успевают-то или нет? Сутки до прибытия. Ёб твою нахер. Блин. Так, быстро работаем. Что у нас здесь? Древесина. Неважно, блядь. Сломанный транспорт. Насрать на него. Быстро в это сраный новый Нью-Манчестер. Найдите его. Ох, рискуем-то мы. Как? 12 дней еще до бури, бляха-муха. Она уже жрает, блядь, территории ближайшие. Странно. Что это? Что это? Аванпост какой-то. Аванпост рабочих. Я вроде забирал с него все ресурсы. Кохер он... Ох, ёб твою мать, как пошло-то все. Нехорошо. Нехорошо все. Так, ну сейчас у нас уголь пьет явно вверх, после постройки второй шахты. По полтиннику на шахте. Это стоит не в час, типа. Это просто забейте. Давайте посмотрим сейчас статистику, вот просто наглядно, так сказать. Добыча угля. 2,5 в сутки расход, блядь, 900. Здрасте. Я, ребята, говорил всегда, знаете ли, что прогресс, он победил. Он победил физическую силу, понимаете? Как бы... Прогресс, как бы наука, открылся дела. То есть, ну, это же очевидно, блядь. Это же просто очевидно. Так, ладненько. Разгоняемся сейчас, наверное, пока что чуть-чуть подальше. О, пошел уголь расти. Вообще, в принципе, все растет, у нас сейчас все хорошо. Самогон есть, пабы есть, драки есть. Что такое? А, нет, очереди производственные. Ну, она мне не нужна, на самом деле, сейчас, поэтому можно даже, наверное... Подзакрыть. Ну, хотя хер с ним, пусть работает, в принципе. Подзакрыть, не подзакрыть. Серьезное обморожение. Ну, добро пожаловать в больницу, дружище. У нас там лучшие доктора, там клизмы ставят, не знаю, подорожники, алоэ прикладывают. Поэтому не страшно, на самом деле. Кстати, как-то наш стеной бур вообще работает? Опа. Вот это, конечно, система очень странная, а-ля Горн Изенгарда, который... Ой, Изенгарда Мордора, который ломал стены Минастирита. Просто со всего разгона, блядь, какая-то вагонетка многотонная просто вбивается в стену, и потом, там, я так понимаю, они собирают какие-то опилки деревьев, которые были внутри. Просто раз, два, три, бум! И, ну, как-то вот так вот оно работает. Так, стоп, что за вопрос?
качество еды. Сэр, люди жалуются на качество еды, они знают, что время сейчас нелегкий и полноценный обед роскошь, но были бы рады хоть изредка питаться нормально. Есть ли возможность это устроить? Ну если вас-то так сильно волнует, сука, вы ели потрясающий суп с опилками. Я проводил соцопрос у бобров, которые строят плотины, у этих потрясающих животных. Они вот говорили, что суп с опилками это вообще деликатес. А вы, сука, выкабениваетесь. У вас еще и самогон был, собственно, от бабы Зины, которая, знаете ли, выстаивался и передавался по наследству еще с царских времен. И типа вот так вот, да? Ну, я один раз прощу, хорошо, я решу эту проблему, что сделать обычные пайки, в принципе, не... Хорошо, я сделаю один раз обычные пайки, не вопрос. Так, обычные пайки сделай разочек. Язычные технологии 4 уровня. Сверхдобыча угля, стенные буры. Мне... все, вот здесь. Мне надо уменьшать сейчас... Нет, не радиус. Не обогреватели. Где эта штука? Не генератор. Вот, паровые центры. Только мне нужно не радиус увеличить, а эффективность его. И чтобы ее сделать, надо сначала... Вот. Потому что паровые генераторы жрут слишком много. Надо сейчас постепенно открыть радиус, а потом открыть еще и, собственно говоря, мощности. Потому что они слишком много жирают. Я, конечно, понимаю, что они идеально работают. Типа, вот паровой центр поставил, и тут все растопилось. То есть снега нету, как бы там уже пошла трава, видите, там уже растет, типа, зеленый лук, все дела. Потому что паровой центр выдает просто сумасшедшую температуру, но... Он жрет слишком много. То есть, они жрут у меня вчетвером 6 сотен. Это больше, чем основной генератор. Это серьезные цифры. То есть, тут особо-то не попишешься на самом-то деле. Кстати, это ж если будет буря, будет жестко, это у меня и медцентр будет не работать. То есть, надо еще одного автоматона построить на медцентр. Чуть-чуть попозже. Ну, ладно, это мы успеем. Так, пацаны! Вот эти ребята меня сейчас очень волнуют. Я надеюсь, они... 4 часа осталось. Вы успеваете? Бляха, мы должны успеть. Просто обязаны. Просто вот, я не знаю. Просто обязаны. Растет... недовольство падает. Ну, кстати, самогон вообще проблемы решает. На раз, два, три, четыре. У меня место кончилось под пайки, на самом-то деле. Вот в чем проблема. Склады, что ли, понатыкать. Недовольство просто оно разрывается в клочья, понимаете? Потому что, как бы, обычный суп без опилок плюс самогон, это слишком круто. Так, это не те ребята, бляха, мух, паровые ядра, да хер бы с ними, где этот Нью-Манчестер, сломанный транспорт, это что, обзорная башня, похер на все, поехали, сначала найдем этот Нью-Манчестер, этот вонючий, давайте, ребята, 13 часов, сука, 10 минут, ну что так долго-то, ну давайте быстрее, ребята, оп, так, что у нас здесь? В хижине мы нашли несколько тяжелых сундуков с ценными припасами. Молодцы, забрали ресурсы и попиздошили в сломанный транспорт. А мы туда вообще добраться можем или нет? Чисто в теории, да? Можем? Поехали, бля, поехали. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Или же кто не рискует, тот не Олег. Не знаю, кто сказать, ребята. Тут оно вот как есть, так оно и есть. Так, разведчики, да? Что? Еда и голод. Какой голод? Какая еда? В городе все идеально, блядь. Вообще, закройте эти подсказки. Я правитель со стажем. Ни один город спас от голодухи, разрухи и так далее вообще. Поэтому все зашибись. Так, ладненько. Еда, все хорошо, паровые ядра. Надо, походу, склады ставить. Надо новые склады ставить. Это прям просто вот склад. Надо сейчас здесь застроить все складами. Просто к чертовой бабушке. Как можно больше складов. Мне надо выделять место под угле. Так, вот просто целую кучу ресурсов я потратил сейчас на склады. Но оно того стоило, потому что сейчас сразу эту проблему решим, да, а потом тогда париться не будем. Здесь так дорога вроде бы есть, все хорошо. Так, ладно, погнали. Все добывается, все, короче, сейчас вот упрется уголь, это вот пиздец. Чтобы уголь шел в трубу, этого я не хочу. Ребята, постройте, пожалуйста, быстренько мне кто-нибудь из пацанов постройте, пожалуйста, все, заполнен уголь. Вот это, конечно, печально. Автоматоны танцуют, ламбада, мы танцуем у бара здесь все, я рядом, ну, короче, это песня, которая интересная, да? Ну, потому что они сейчас не могут работать, просто им некуда загружать всю эту тему. Склад есть, уголь, пошел, работаем, молодцы. Так, здесь склад, по что тебя выделить? Под пищевые пайки, да.
А что еще? Что еще? Нужно увеличить, наверное, дерево, уголь, что-то еще надо увеличить, надо все выращивать. Что-то чудное утро, мы готовы к новому дню. Отличный день, попробуем, вот, видите, да, вот просто, вот до этого все плакали, типа, мы умрем. Все пиздец, штаны порвались, холодно так, что яички извинят зин-зин-зин, когда иду на работу. Ребята, добавили нормальную еду, добавили самогон. Люди начали нормально бухать, нормально трахаться, все. С утра сразу, видите, просыпаемся, и Элизабет говорит, типа, что все хорошо. Дон Жуан вчера немножко подвыпил, я немножечко покушал супца. Мы немножечко занялись, так сказать, трением, да, то есть, чтобы согреться, потому что холодно было на улице. И все, и уже не постапокалипсис, уже чудное утро. Типа, блядь, нормально, жить можно, пошли на работу, а без работы. Хо-хо-хо, вот это я понимаю, ребят. Самогон, блядь, самогон решает вообще все проблемы, просто, любые, понимаете? Женщина, самогон и, собственно говоря, суп без опилок. Все. Идеально. Дальше уже просто нет. Это пик. В принципе, можно называть свой город сейчас официально Элизиум, да, то есть воссоздан специально для того, чтобы люди жили в идеальных условиях. Просто вот. Ну, лучше придумать невозможно. Так, ладно. Кстати, что такое? Подожди. А, это мой отряд, который движется сейчас неминуемо к гибели, но я надеюсь, что не успеет. Они там пошли по горам, бляха-муха. Не знаю, как они это делают, я не давал им снаряжение для лазания по горам, возможно, они просто зубами выгрызают там себе проход, прям внутри горы, черт его знает. Но будем верить в лучшее. Что у нас по температуре здесь? Здесь все хорошо. Это что такое? Посланник выжил. Капитан, мы спасли жизнь посыльному из Нью-Манчестера. Он благодарен, несмотря на то, что ему пришлось ампутировать руку. Дружище, у нас там протезы... Поверь мне, будешь как этот, как же его звали, этот бесполезный герой в войне бесконечности. Как же белый... Ну, друг этого старого капитана, этот, блядь, капитан USA, как же его звали-то? Что-то связанное с бензином, туда еще наливают бензин, вот эту канистра, бак, баки, вот, братан. Спросишь у Баки, он тут где-то в городе у меня ходит. Нормальные протезы делаем, вообще просто не заметишь разницы. Так, спасибо вам. В Нью-Манчестере я бы умер. У нас нет средств для спасения жертв глубокого обморожения. Кажется, его город сильно отстает от развития. Бля, все понятно. Ну ничего. Мы всех примем, всех спасем, это не проблема. Так, здесь увеличиваем уголь. Здесь тоже, наверное, даем угля. Что нам нужно еще, в принципе, добыть? Пищевые пайки, уголь. А, ну нам, в принципе, нихера-то и не нужно. Она сейчас делает упор в уголь. Единственное, что я вроде бы до сих пор не вкачал этот. Хранилище угля более расширенное. Вот, кстати, барак. Дом построить. Это я все сделаю, это не проблема. Так, да, надо склады увеличить. Надо склады расширить. Иначе мы так будем долго все это дело насобирать. Так, с едой проблемы решили. Ну, давайте пока так пусть будет, типа, давайте покушаем нормальной еды, я не против. Если люди хотят поесть нормальной еды, ну, давайте есть нормальную еду. Ожидание рабочих, ждем автоматона. Так, ладно, погнали, сейчас один из рядов нас прибудет на точку. Воу, что за раскат грома, блин, был. Страшно. Так, это ребята, которые прибыли на дальнюю точку. Что у нас здесь? Мы видим Нью-Манчестер. Струйки дыма поднимаются над городом. Мы все еще обитаем. Нужно обратиться. Да, давай. Че, где видим-то? Забирай людей, все, кого есть. Все сюда. Всех спасем. У нас здесь кабаки, самогон и Элизабет. Элизабет всех примет. Вообще просто. Не вопрос. Так, паровой центр второго уровня. Отлично. Биотехнологии. Что я хотел? Нет, это потом. Это мы все успеем еще. Эффективность. Да. Слишком много они жрают. Сейчас мы понизим расход каждого парового центра на 33%. Это позволит нам жить просто в шоколаде. Единственный вопрос сейчас, то, что у нас здесь будет двойное понижение температуры, но у нас здесь тепло и так, и это я еще не врубил обогреватели. То есть, в принципе, могу врубить обогреватели, и вообще будет просто адски тепло. Так, что у нас там еще есть? Дом удовольствий. И немножечко будет надежда. Ну, я не знаю, насколько сильно Надечка упадет, да? Наши трудяги заслуживают хорошего отдыха. Ну, тут проблема в том, что у нас в городе трудятся только автоматоны, и дом удовольствия для автоматонов, это, я не знаю,
что там, тостеры большие построят, чтобы в них можно было пихать большие хлебцы? Я не знаю. В каждом пабе можно будет нанимать женщин легкого поведения, назовем это так, чтобы дополнительно снизить недовольство. Я не знаю на самом-то деле, слушайте... Тут надо подумать. Закон о дуэлях. Разногласия между людьми, которые каждый день рискуют жизнью, можно решать смертельные дуэли. Иногда люди будут погибать. Если у меня и так немало, точнее, у меня и так мало людей. Если они еще будут погибать сами, то это будет нехорошо. Ну, в принципе, давайте. Дом удовольствия, так сказать, все для пацанов. Все, все для пацанов. Нормально. Мы снова погрязли в старых пороках. Мы за это платимся. Помяните мои слова. Видно, некоторым трудно прожить без плотских удовольствий. Клинт Квин, братан, ты хочешь сказать, что вот за все это время, за все эти долгие года в пустошах, ты ни разу не предавался вот этим вот твоим плотским утехам? Земля тебе, пуховик, дружище, просто на самом-то деле, не знаю, я это делаю так, для пацанов, потому что, ну, чтобы помочь людям, так сказать, чтобы расслабиться, ибо проблем технического характера или экономического в городе просто не существует, поэтому, так сказать, все для народа. Один из наших стоит на пороге смерти, но все равно отказывается ложиться на ампутацию. Он все время кричит, что не позволит никому прикоснуться к его ноге и не передумает, даже если гангрена, ёб твою мать. Ну это ее, короче, выбор, так что не хочешь, не надо, типа, я не знаю. Там человеком больше, человеком меньше. Конечно, в нашем случае это все очень критично, точнее, это не критично, но это важно, да. У нас город, правда, работает на автоматонах, но суть в том, что это его выбор. Я предоставлю ему выбор. Все-таки это его жизнь, вот он хочет, это там, это, все дела, гангрена там. Да, я, в принципе, да... Его выбор просто. Просто его выбор. Так, у нас новых два коллеги и нету... Надо, блин, про запас, чтобы сделать этих протезов. Чтобы все это дело у нас было на мази. Так, осталось 10 дней. У нас уголь, ну, добывается, но, честно говоря, не шибко. Он у нас вверх ползет. Это при том, что доход здесь просто серьезнейший. Но ничего, мы это дело еще, ну, так сказать, улучшим, еще модифицируем. Это точно будет. Так, погибли наши люди. Что? А, ну, это понятно. Это... Недовольство немного, я не знаю. Но я не хочу, чтобы появилось недовольство, потому что мне нравится эта шкала пустая. Поэтому сейчас просто скажу, что, ну, выживание требует жертв. Типа, я не знаю. Ой, немножко упала надежда, это так. Надечка, она упала, Надечка подымется, это не страшно. Так, сейчас единственное, то, что меня беспокоит, это вот эти ребята мои, сталкерята, маленькие, да, вот эти потрясающие мои пупсяшечки. Вот они сейчас добираются до точки, надо их как можно быстрее снимать. Так, что у нас здесь, ребята? Среди развалин нашли несколько мешков, содержимое нам пригодится. Забрали все, что здесь есть, и домой. Домой. Все, пацаны, все. Так, что у нас здесь? Этот город куда крупнее нашего, но гораздо беднее и густонаселеннее. Ёб твою мать! Умирающий город. Посреди хлипких лачуг высится тускло светящийся генератор. Здесь много людей, слишком много. Они выглядят больными и отощавшими. Большинство из них нет собственного жилья. Ничто не спасет их от надвигающейся грумы, кроме нас. Ну давайте поможем. Я не знаю, правда, чем мы можем помочь им. Да, что? Что, чем? Я готов помочь. Чем помочь им, ребятам? Просто чем? Так, сломанное дерево. Ну, давайте сюда отправимся. Чем помочь? Чем? В смысле? Здесь раскинулся город, жители которого мало шансов пережить бурю. Так, а как помогать-то городу? Я готов помочь. Что сделать-то? Так, помощь для Ниманчестера. Мы нашли Ниманчестер, но его жители почти лишены каких-либо средств выживания. Мы можем попытаться помочь им, только автоматоны способны доставить грузы по снежной пустоши. Если мы хотим, да, чтобы они пережили бурю, нужно сначала отправить им острые материалы, древесину и сталь для возведения убежищ. И это лишь начало. Им потребуется намного больше ресурсов, особенно еды и угля. Не вопрос, что, куда? 600, один автоматон и отправить спасательную экспедицию. Как? Как это сделать? Как ее организовать, эту странную экспедицию? Что? Бежище. Понятно. Для начала сейчас надо будет открыть. Нет, не то. Ты полез. Книга законов. Везде тыркаешь кнопочки, не то. Так, это понятно. Вот здесь. Вот, автоматон-разведчики. То есть, чтобы автоматон мог нормально передвигаться. И после мы отправляем, собственно, его у нас...
Погодите, маяк. Нет, разве не так? Подождите. А, вот, мы можем сейчас нарядить, да, экспедицию с помощью автоматона. Ну, сейчас наш отряд как раз-таки один прибудет. Вот эти вот, через 9 часов. Мы его разжалуем, так сказать, да? Потому что у нас всего 2 отряда, может быть, максимум. А, соберем автоматона. 600 стали, 600 дерева и один автоматон. Вообще не вопрос. Так, 600 стали. Единственное, что это проблема. У нас здесь всего одна точка с не очень большой добычей. Кстати-то говоря, это мы долго будем собирать. Да и дерево у нас добывается не шибко-то круто. Вот же ж бляха-муха. Вот же ж вот как оно так, а? Это вся ха-ха-ха. Я как-то просто не задумывался об этом. Сталелитейный завод. У нас есть еще точки? Есть еще точка сталелитейки. Блять, строй! Сейчас захерачим еще одного автоматона. Так, а что я еще хотел? Что я еще стенные буры... Есть еще точка для стенных буров или нет? Или у нас там только одна была? Блин, а под стеной бур, походу, только одна точка, которая здесь и все на этом. То есть с деревом у нас гораздо более масштабные проблемы. А что-то другого строить я, в принципе, не могу. То есть, так сказать, добывать дерево, ну, людьми, это бесполезная трата времени. Ай, как все нехорошо-то стало, слушайте. Паровые ядра. Построить, что ли, третий научный центр, чтобы быстрее открыть некоторые вещи и быстрее помочь ребятам. Ну, до бури я успеть-то смогу, там, 10 дней еще, слушайте. Мы, по идее-то, сейчас во всю эту тему вкладываемся. Можно просто поставить сейчас еще третий центр научный, да? А хер нет, как говорится. Если мы можем себе позволить. Просто сейчас берем где-нибудь вот здесь. Третий научный центр, бабац. И все, и сейчас будет все открываться максимально быстро. Поможем. Так сказать, не бросим своих пацанов. Это вообще не вопрос. Что стали, что древесины и автоматон. Я так понимаю, потом еще будет нужен уголь. Но с углем у нас ноль вопросов просто. Надо держаться, люди от меня зависят. Написала Ханана Хомонд. Конечно, Ханана. От тебя вообще зависит очень много. Как бы поэтому держись, крепись, работай. Пошло понижение, так. Нормальная температура? Нормально. Прохладно, но, короче, сойдет. Я сейчас даже не буду вырубать, наверное, дополнительно эти обогревалочки. А вот дальше придется, наверное, их подрубать. Но это уже дальше, это мы потом посмотрим. Так сказать, это уже потом. Разведчики достигли разведчики у нас точек. Открываем. Так, припасы в снегу, дредноут. А, мы открыли новые места. Так. Дредноут из Манчестера, а припасы в снегу. Давайте сначала в дредик, наверное, сходим, дружище. Вот тут у меня ребята, на самом деле, у них куча ресурсов. А, стоп, нет! Как раз таки сейчас ко мне в город прибывают типули, которые и являются, собственно, мне сейчас... Так, стоп, дополнительное место под дерево выделить, дополнительное место под древесину выделить. А, точнее, под сталь, да. Вот они, эти мои демоны-то, с 6 паровыми ядрами и прочей херней. Сейчас мы все организуем так, что обосраться можно бы. Так... тормози. Значит, еще автоматоном нужно. Еще нужно один отставить. Потом вылечим. Тут у людей проблемы, так сказать. Все будет. Так, здесь у нас улицу мы забыли проложить. Сука, все срочно. Вот они, подводы, начались камушки вот эти вот. Слушай, ну это даже интереснее будет, потому что было просто очевидно, что, ну, свой город я бы спас, как два пальца об асфальт, да, то есть это не то же самое, что в лужу твердить, это гораздо проще. Так, а вот спасти два города, это уже поинтереснее. Паровые ядра у нас сейчас, мы уменьшили расход, давайте просто сейчас посмотрим статистику. Ну, как бы все, паровые центры, это у нас паровые центры сейчас, кстати, прокачались, и, кстати говоря, по-моему, это лишнее. Где наши паровые центры? Я могу сейчас уменьшить им... они жрут уже по 8. Они жрали до этого по 4. Начали жрать по 8 угля, собственно говоря, в секунду. Точнее, в час. Из-за того, что стало двойной радиус. Но я, честно говоря, не вижу смысла в этом двойном радиусе. Можно обычный радиус рубить? Во всех паровых центрах. Но я реально не вижу смысла этого большого радиуса. Потому что я расставлял их так, чтобы они закрывали... исключительно ну, точки, да, вот там, в принципе, закрывать больше-то и нечего. И я, в смысле, ты включи-то, бляха-муха, как его там тыркнуть-то? Вот он работает, да? Радиус первого уровня, да. Вот тут еще один у нас стоит паровичок. Радиус первого уровня, да.
И последний у нас находится вот здесь, радиус первого уровня, да. Вот. А вот теперь мы смотрим за расходом угля, и он сейчас у нас должен быть просто идеальным. 300. У нас в плюс в 1,5 косаря в сутки уходит, поэтому надо строить, походу, еще склады. Бляха, 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 не хватает склада. А, сейчас начнем строить склады, и все, как говорится, и это ж минус дерево, они ж дерево стоят. Бля, ну а что делать-то? Ну а что делать-то? Приходится тратить, да, то есть... В любом случае, мне кажется, мы должны успеть охватить еще и Манчестер за это время. Что у нас вот эти ребята еще прибудут сейчас. А, ну это, собственно, экспедиция, которая у нас прибыла, да? Сейчас, ребята, ну что могу сказать вам? Вас сейчас придется немножко разжаловать. Или я могу эту экспедицию организовать... Вообще, ну то есть, на похер. То есть, эти сталкеры будут, я все равно организую. Или как, или что. Ладно, пусть, наверное, пока повисят, потому что не хочу их просто так распускать. Вдруг они мне еще понадобятся, и вообще сейчас их отправить куда-нибудь вон туда. Ну хотя, ладно, пусть пока просто побудут дома. Типа, не знаю, отдохнут, так сказать, жен обнимут. Ну там, что-нибудь, короче, придумают. Кстати... А нахера я построил вторую фабрику? Я хотел построить этот научный центр. Джонни, мы что сделали-то? Етить, колотить, ресурсы в трубу, ёб твою. Невнимательность. Что за вопрос? Потеря конечности, потому что либо работа, выхода непонятно, понятно, дружище, я сделаю, сделаем сейчас, вот построим автоматончика, я построю, этот, скажи мне, протезики, новенькие протезики, все будет красиво, все будет просто перфекто, перфоворе, идеально, как бы не переживай. Так, ладненько, погнали, 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 погнали. Уголь добывается просто с какой-то космической скоростью. Дерево, в принципе, тоже неплохо сейчас идет. Раз еще один автоматон у нас пойдет вот сюда, на строительство, да, то есть ожидает рабочих. Бля, у нас рабочих не хватает. Много автоматонов, нихера рабочих. Почему я даже не знаю, где они? Вроде бы раньше были рабочие у нас вот тут на углях, а теперь... Где вы теперь-то работаете все? Понять не могу. Где мы все рабочие? Изготовлен новый автоматон. Все шестеренки смазаны, на вид выносливые, блядь. Еще бы нахер! Машина просто, просто лучший. Так, где наш маяк? Автоматон у нас есть, 600 древесины, 600 стали. Древесина почти есть, а со сталью проблемы. Слушайте, может быть пока что поднять с угля одного автоматона? А у нас, в принципе, еще столетийный завод не готов. Построить его быстрее. Я, наверное, отправлю сюда автоматончика на сталечку, чтобы добывал ее. Вон они пошли, ребята у нас. У нас что-то реально мало людей. Куда, почему куда вселись, я не понимаю. Походу, все пошли в кабак бухать. Ну, здесь работает 5 человек. Но это немного. Посетители паба. Ну, тут как бы, да, много людей. Но это сейчас досуг у нас пошло время. То есть, так сказать, вечернее, поэтому это нормально. 15 посетителей за последние 5 дней. Сойдет. Странно, короче, куда вселись мои люди. Тут кто-то работает в инженерке, кто-то где-то еще, это понятно, тут, слушайте, это сейчас тут демонтируют, наверное, нас люди. Я просто не понял, куда они реально все делись. Приют был у нас, тут склад основной, так, меня ребята ожидают. А, это мои, которые с города, я понял, простите. Странно, короче, говоря, все это дело. Ну ладно, просто люди куда-то пропадают. А-а-а, стройки, у меня же куча строек было. Склады же строились, точно, 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 точно. Так, автоматон сюда, вот, на лишний, пошел работать. Что у нас здесь? Что мы открыли? А, новые паровые ядра, новый дредноут, не подлежит починке. Это понятно, что он утопился в реке, и все, типа, финита ля комедия. Это все хорошо. Так, здесь согреваем чуть ресурсы, и, наверное, домой надо отправлять этих пацанов, потому что у них там уже ресурсов прилично, так сказать. Надо это все дело доставить. А, появился первый больной внеурочный, а какого хера? А у нас в больничке стало холодно, люди, наверное, не очень комфортно работать. Давай сейчас, наверное, поддадим жарку туда. Почему бы и нет? У нас уголь опять уперся в верхний предел. Это какой-то ужас. Я строю склады просто ежесекундно. И оно один хрен, бляха-муха, упирается. Так, ладно. Блин, холодно стало, реально. Реально холодает. Просто вот до невозможности. Но все под контролем. Все по факту под контролем. Так, дерево у нас добыли, а металл добывается, да, очень-очень не очень быстро добывается, но зато добывается. Продленная смена, сортировка больных, тут даже открывать-то особо, слушайте, больше нечего. Трансплантация органов почему до сих пор у нас не открыта, не знаю почему.
Продленная смена нам, в принципе, ничего не даст. То есть нам тут, в принципе, сейчас не нужно ничего. У нас есть все. У нас есть бухло, женщины и автоматоны. Иногда задаюсь вопросом, в чем цель наших стараний? Чтобы спасти свою жопу и жопу людей из Манчестера. Поэтому это нормально. Так, блин, металл очень медленно добывается. Хоть бери, сейчас, наверное, открывай хоть что-то, я не знаю. Интеграция автоматонов второго уровня повысит их производительность еще на 10%. Слушайте, это было бы неплохо. Ресурсы. Ресурсы. Паровой сталелитейный завод, паровой стальной бур. Вот, кстати, бур у нас всего один, но при этом он добывается нереально круто. Я вот черт его знает. Еще бы склады увеличить, слушайте. Наверное, сейчас сделаем всегда интеграцию общую, потому что, мне кажется, увеличить доход на всех точках это гораздо лучше, чем на какой-то одной основной. Сейчас они рано или поздно начнут добывать. Теперь стало двое, 6 единиц в час. Медленно, но верно, типа, добудем всю эту тему. Никуда от нас этот металл не денется. Так, ребята прибыли. Еду нашли. В снегу мы нашли несколько ящиков с припасами. Понятно. Все, это последняя точка у нас осталась, да? То есть сейчас мы можем, конечно, прибыть в Нью-Манчестер. Чисто ради прикола. Оттуда, может, пойдем домой, скорее всего. Что я не знаю, чем еще помочь там городу. Пока что, да? Ну, все просто идеально на мази вообще. Что? Что это? Что это за недовольство такое минимальное начало расти? Что-то не понял. Холодные дома! Вы простите, ребята! Ребятушки! Простите, бля, пацаны! Пацаны, мой косяк, базару, сильное обморожение, да-да-да. Получил травму из-за автоматона, стал калекой, ничего поделать с этим не могу. Автоматоны важнее, чем люди в данный момент, поэтому свернул свою жалобу в трубочку и пошел гулять за город. Так сказать, все. Увеличили интеграцию автоматонов до 80%. Тут у нас доход стал 3,4, но там везде все выросло. Сейчас, ребята, да, я про это что-то, я с этими автоматонами совсем забыл про людей. Это с моей стороны некрасиво просто, максимально некрасиво. Сейчас построим новый барак, и все будет идеально. Так, что стоим-то? На работу. У нас, кстати, там уже еда уперлась в потолок. Ужас какой-то. Так, Нью-Манчестер, но здесь у нас город ожидает просто, да, наших этих, поэтому отправляемся сейчас домой. Ждем наш отряд. И на этом как-то, наверное, пока все. Что еще нужно сейчас сделать? Наверное, нужен сейчас еще один лишний автоматон, для того, чтобы отправить его потом попозже, собственно говоря, в этот, в Нью-Манчестер. Как раз-таки он сейчас сделается. И все у нас будет красиво. Ну и все, что? Плюс идеально. Идеально. Я не знаю, что-то еще, в принципе, от нас требуется. Да хера еще дней, кстати говоря. Но уже даже что-то делать-то особо нечего. Потому что я все развил в этом городе. Как-то все очень странно у нас получилось. Но зато получилось. Единственное, что сейчас можно разделать, это еще один центр построить, так сказать, вот именно центр технологий. Не фабрику, а мастерскую, да, вот. Просто дополнительную мастерскую, чтобы быстрее шли открытия. На самом-то деле, мне кажется, надо было это гораздо раньше сделать. Что открытие наше все. Без открытия мы никто, поэтому сейчас, наверное, построим. Лишних людей туда отправим. Недовольствие, иногда я задаюсь вопросом, да что ж вы за этим вопросом задаетесь? Так, ну слушайте, проблемы с... О, потепление. Вот это четко. Проблемы с углем мы уже точно решили. Мы, в принципе, вообще решили все проблемы. Вот просто абсолютно все. Пошли новые рабочие дни. Так, инженеров у нас свободы нету. А где? Где все люди? Так, а где они заняты-то? Подождите. Как посмотреть список наших людей? Где вообще кто работает? По людям, по ресурсам. Приготовление пищи. Автоматон. На кучу угля у нас работает 4 человека. На какую кучу угля? Здесь что-то еще осталось или что? Я не понимаю. Там реально что-то добывают, что ли? Вы что, сука, больные? Там в натуре есть куча угля, они там что-то добывают. Да забейте хер на эту кучу угля. Вы что, совсем умалишенные, что ли? Господи, я думаю, где они все есть-то? Так, а где еще люди? Подождите, статистика. С кучи угля я снял людей, да. Автоматон. Санитарный пункт, 5 человек. Это нормально, это 5 человек всего-навсего. Тут у нас что? Это жители. Все. 50 человек в городе. И никого нету. Что-то здесь... Это все очень странно. Это, не знаю, происходит? Ладно. Поверим на слово, что часть работала на кучках, часть где-то еще работает, возможно, но хер его знает. Ладно, это мы пока не будем вдаваться в этот вопрос. В принципе, людей мы нашли, отправили на новую инженерную точку. Сейчас мы будем все очень быстро открывать.
готов еще один автоматон. Но этот автоматон мы сейчас чисто ждать того, чтобы отправить его дальше. Так, бараки. Бараки, 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 люди. Барак стоит у нас чисто... А, барак стоит и дерево, и... Блин, да что ж такое-то? Приходится тратиться и там, и везде. Кстати, по чуть-чуть. Кстати, у меня всего 4 дома. А, нет, или 5. Вот тут 5, наверное, да? Понял. От нас требуют таких вот мелочей, но, блин, я из-за этого не могу сейчас накопить сталь. Вот, хоть бери реально и исследуй добычу металла более эффективную. Это, слушай, давай сейчас сделаем этот паровой столетийный завод, хер бы с ним. Откроем его, потому что в дальнейшем все равно будет нужно очень много металла для открытий, для дальнейших. Поэтому давайте сделаем, почему бы и нет. Это, мне кажется, не проблема. Просто it's not problem. Так, что у нас? Экспедиция прибыла в город. 400 металла у нас сейчас, слушайте, мы очень близки. 2-3 у нас сейчас ожидает. Не делание. Но тут у нас пошли сейчас улучшения домов, поэтому это не совсем бездомство. А, у нас есть человек вот тут, точно. Я думаю, где у нас люди? У нас 10 человек в сталкерстве занимаются. Точно. 100%. Абсолютно. Что-то я и забыл про это. Слушайте, может разжалуть один из этих отрядов и отправить его... Ну так, наверное, сделаем. Что это? 2 отряда мне уже не нужно, в принципе. Если что-то откроется, то, скорее всего, я просто открою дополнительно автоматона. Еще одного отправлю его на разведку, да, то есть... Зачем напрягать людей в таких ситуациях? Я не понимаю. Уголь не можем мы добить до 8000 просто потому, что кончился предел. То вообще все кончилось, если честно. Уже, честно говоря, все уперлось. И я пока расширяться особо не хочу. Хотя... У нас там вроде бы склады нихера не стоят. Они стоят у нас сейчас только... Нет, они стоят 20 стали каждый. Бляха. Это дождем. Мне нужно 600 стали отправить странный гуманитарный груз в Манчестер. Давай, добывайте. Добывайте быстрее. 520, 530, 540. Так, открыли столетийный завод. Отлично, что у нас там стоит? Он стоит 1015 стали. Ну ладно, так и быть, построю, модифицирую, потрачу еще, блин. Ох уж этот сталь не дает нам покоя. Так, новая добыча, улучшенный столетийный завод, улучшенный паровой сильный бур. Да у меня и так с этим нет проблем. Вот есть проблема, кстати, со складами. Увеличивает ровно в 2 раза вместимость. Блин. Мог гораздо раньше это дело открыть и гораздо раньше больше накопить. А так мне сейчас куча ресурсов улетела в трубу. Пошел работать столелитейный завод. Нормально. Ровно в 2 раза быстрее добывает он, поэтому сейчас все будет идеально. Ну и по количеству ресурсов, да, теперь у нас все стало в 2 раза больше. Как бы, ну и тут все. Весь город на автоматизации. Вообще просто не чувствую нагрузки. Дом открыть. Давайте откроем дом, хер ли нет. Просто не чувствую бури, где ты? Что это за детский садик, буря? Это даже не смешно. Кстати, нам сейчас предлагают распустить вторую экспедицию, но пока, наверное, это делать не будем. Хотя, в принципе, могли бы отправить их тоже на инженерку. Черт его знает. Построить дома 5 штук. Сейчас все построим. Давай, металл. 4, 3, 2, 1. Пуск. Ну, поехали, погнали. Есть контакт. Так, снаряжаем автоматона. Давай. И в Манчестер. Да. В смысле? Не понимаю. Ну? А, все, он отправился. Он отправился, сутки ровно будет идти. Давай, дружище, давай. Убежище построено, теперь пора насладиться, наладить доставки еды. Голод толкал этих людей на чудовищные поступки, да простит их Господь. Соберите достаточное количество пищевых пайков, от сколько? Сколько нужно отправить? 2 автоматона и 2000 пищевых пайков. Слушайте, а вокруг Манчестера-то поинтереснее играть. Там, знаете ли, у ребят серьезные проблемы и с едой, и со всем, ну... Ну ничего, решим. Я предлагаю пока закончить эту серию, ребят. У нас осталось 6 дней, 12 часов до бури. Я думаю, что мы успеем все это дело сделать. Единственное, что надо сейчас сделать, это построить новый склад и расширить, так сказать... место под еду, потому что у нас просто не хватает места. То есть не то, что мы там не можем добыть или там что-то еще, у нас просто не хватает места. Поэтому сейчас мы поставим склад ресурсов и всю эту проблему решим на корень. А так пока что все хорошо. В нашем городе все идеально, мы точно переживем бурю. А вот Манчестер, ну, мы будем за них бороться, сказать, как говорилось, за себя и за Сашку. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачки и пока-пока.